Человек пришел вовремя, кстати. Конечно. Стоял в очередь, вот именно это. Ну, стоял в очереди, стояли не зарегистрированы. Напомню, на пашу. Да, потерпите. Ну, Кудин, ты сейчас сказала, что я не зарегистрирована. Да. Я тоже. Сергей Аркадьевич, ставьте два домика и маленький парк. Мы вам поможем. И без проблем. И возмущаться не будем. И писать... Ну, это ладно, это мы поговорим. Подойдите. Да. Люди хотят жить, насчет газа мы этажи застройки. Вы посмотрите, а ты видела, они развернули трубу? Да это просто делают у меня. Они старую выковыривали. Меняли газопровод на мясоделку. Куда эти мосты? Мы живем без газа. Залежи с ними, ты это прожил. Старый, да? Слушай, это с газом. А эти стояли, они все остальные. Ну что, столько бабла за подключение надо. А что по балам? Не принято подключение. Если 50-50, не принято решение. Так нет, люди стояли, вот пришел человек, не зарегистрировали. Так, слушайте. Так, за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 3524-040-3003-337 по Ахмыльцевской многоэтажной жилые дома проголосовало 52 человека. За. Я сказал за. Против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 3524-040-3003-337 по Ахмыльцевской многоэтажной жилые дома проголосовало 52 человека. Не воспользовались правом голоса 2. Публичные слушания завершены. Спасибо всем за участие. А результат еще как бы нам. Михаил Сергеевич, озвучьте результат. Нет, какое решение в итоге? Михаил Сергеевич, вы обязаны огласить решение. Каким образом?